Давайте попробуем наше приложение создать на Android. Здесь у нас есть пару команд. Сначала нам надо запустить образ, да, то есть эмулятор. Первый раз будет долго, потом будет уже из кэша запускаться. Первый раз будет долго. Почему? Потому что будет Java JDK, Android SDK, это могут быть... Так, секунду, стоп. Это мы еще не на эмуляторе запускаем, я просто напутал. Мы создаем. И у меня просто все уже закачано, да? Вот появилась папка Android. У меня закачано уже раньше было в других приложениях, поэтому я просто кэш скопировала. На самом деле, если мы откроем домашнюю папку «Скрытые файлы», мы видим вот здесь портфель. Здесь есть, вот у меня просто раньше вкачано Android Support, да, Linux, то есть Java, все это закачано. Поэтому так быстро. Следующим шагом соберем файл APK для Android. BIOS Android. И идет сборка файла APK. Собирается через Gradle, как в Android Studio. Он заранее вкачал на создание Android. Ну, подождем, в общем. И у нас есть Togo Start, ABEL Output. И вот наш файл APK. Дальше мы можем запустить теперь это приложение на эмуляторе, который написан на JavaScript. У меня просто здесь, я выбираю, вам возможно будет собирать, придется что-то принять там, соглашение принимаете, да? А я пока выбираю единичку, а новый мне не надо создавать, скачивать. И запускаю вот он у меня мой Android. Так, смотрим. Привет, дружище, рада тебя видеть, Валерий. То есть работает она на виртуальном устройстве. Все нормально. Ну и я сейчас не буду показывать урок. Вы можете, по сути дела, сразу его загрузить на обычный телефон. Я это сейчас опущу, кто будет заниматься, там уже будем разбираться, да? Вот, эмулятор, все супер, все работает. Так, пока все.